Орловские дайверы достают мусор со дна. Озеро «Светлая жизнь» не только во Всемирный день очистки водоемов. Экологической акции клуба «Дива» уже 11 лет. Первое массовое экологическое погружение состоялось в 2005-м. И если береговую часть общественного места для купания периодически чистит управление городского хозяйства, то середина озера – это своего рода склад всего того, что выбросили орловчане или затонуло самостоятельно, говорили ныряльщики. Ну вообще, я работаю от 1,5 до 2,5 метров, где народ может порезаться. Но максимальная была 3,5-4 метра. В основном со дна Озерного в воскресное утро дайверы доставали бутылки. Стеклянных было большинство, но встречались и пластиковые. Мусор поострее тоже попадался в сети водолазам. Очень много говорим со школьниками о том, что нужно убирать за собой, нужно сохранять, нужно обязательно оберегать природу. Поэтому я призываю, наверное, не только школьников, но и всех жителей нашей Орловской области, ну, наверное, относиться терпимо к людям, которые вот нарушают общественный порядок, и в то же время призывать их к тому, чтобы они этого не делали. Такие экологические акции дайверы из клуба «Дива» проводят по несколько раз в год. Водолазы с радостью отмечают, мусора становится все меньше. Подобные ли акции тому причиной или отдыхающие становятся сознательнее, пока не ясно. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».